Пылесос работает в круглосуточном режиме. На сегодняшний день 7 бригад работают по ручной прибордюрной уборке во всех районах города. Крюка, Враковка, Третий Занасып, Реевка, центр, Нагорная часть молодежи. Сейчас акцент тоже сделать на территории возле кладбищ вместе с СКРП, потому что люди приходят на могилки, убирают, выносят старый бурьян, старые какие-то ритуальные венки, все это складируется, это нужно систематически убирать для того, чтобы когда вот будут поминки, когда люди в начале мая поедут опять же наводить порядок у себя, чтобы это все вывозилось и не складировалось на кладбищах, возле контейнерных площадок или в каких-то других неотведенных местах.